хорошо работает на бревне, изящно, красиво, а с вольными у нее проблема. Итак, сейчас нам показывают бревно Крамаренко. Да-да, Крамаренко, да? Угу. Катя, она закончила тоже. Катя Крамаренко. 13,3. Вот оценка. Правильно. Нет, это Сосинская. Оценка правильно. 5,8. Трудность исполнения явно были ошибки. Прикажем 7,5. Можете представить, какая разница в исполнительском, просто исполнительском мастерстве? На 7,5 это прям не оценка, а жалобная книга. И трудность у нее 5,8. Тоже невысокая. Но, еще раз повторяю, Алла нужна Сосинской команде не с брусьями, а с прыжком и с вольными. Поэтому... Простим ей это. Набросив Мустафина. Мустафина. Она в стойке делает 360. Ну, еще раз сколько. Ну, все. Ну, все-таки у нее... Вы знаете, ну, ты хочешь сказать? Давай, скажи, тогда я... Нет, я просто говорю, что она, конечно... Я немного сразу теряюсь вообще в направлении, в оценке, когда перебивают, потому что это страшно трудное у нее было исполнение. Для нее это очень важно. У нее фамилия Мустафина. Ей кое-как между Сосницкой и Хренко.